По вашей реакции понял, что опять пора петь вместе, да? А? Какие вы голосливые, я и не знал. Рыжий брат, давай выходи, что-нибудь запоем. Юрий Рыков. Так, что будем петь? Не пиши мне про любовь, не поверю я. Мне вот уж где дела твои прошлые. А вы что, из органов? Или пострадавший? Мы их, конечно, любим, но не настолько. У нас другая ориентация, мы больше песни любим. Давайте попробуйте хором. Виктор Григорьевич предложил еще в одну народную песню сыграть. По свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь. Можно подняться, разминку сделать. Его какой-нибудь пустяк, пританцовывай, как я. Сердцем видно, что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют. Теряйте. И это время называется весна. Парам-пам-парам-пам-парам. Сколько сердца валидола мне лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Пара-пам-пара-пам. А проигрыш какой, а? Поезжай, не сбивай, поезжай в Австралию без лишних слов. Там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют. Это время называется весна. Приходит. Я ж говорил, не пой. Они так споют прекрасно. И не до сна. Приходит, приходит время, люди головы теряют. Это время называется весна. Пара-пам-пара-пам. Я заметил, вы себе хлопаете громче. Ну, понятно. Сосед, а то выступающий, да. Что-нибудь давай. Что-нибудь народное давай. А кто спорит? Народная песня. Да, пусть гитара даже не строит, какая разница. И все равно, да, не слышно-то. Давай. Если у вас нету дома, пожары вам не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены, оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если у вас нету тети, вам тети не потерять. А если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.
оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. И потом пришел куплет после многочисленных раздумий и размышлений. Если у вас нету тети, ее не отравит сосед, и жена не уйдет к другому. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Такого ведущего, как Виктор Забавко. Будет обязательно. Просят самую первую песню Никитина. Я хотел бы спеть одну из... Ну, некому пригреть, что ли? Я не понял. Одна из последних песен Сергея Никитина на стихи Дмитрия Сухарева. В этом году Дмитрию Сухареву 70 лет. И вот накануне такого большого торжественного дня они вновь активно с Никитиным сотрудничают. И вот одна из их последних песен. Я бы ее не стал петь, потому что мы все ожидали Сергея Никитина на фестивале. Но, к сожалению, его в этом году не будет. Песня без названия. Чш, левый фланг. Чш, тихо-тихо. Серьезная песня. Жизнь до конца ясна. Так ясна, что яснее некуда. Все ее ходы и каждый поворот до пошлости известны наперед. День ускоряет бег, ночь, мелькнув, ускользает в пустоту, и тает на лету московский снег, как дни и ночи тает на лету. И в пустоту, из пустоты опять глядишь, глядишь, подперевшись рукой, будто ты не ты, и доигрывать эту игру будешь не ты, а кто-то совсем другой. Не ты, а кто-то другой. Жизнь до конца ясна, так ясна, что яснее некуда. Все ее ходы и каждый поворот до пошлости известны наперед. Как на игру не глянь, дрянь игра, дело дрянь со всех сторон. При голом короле одна ладья, одна ладья, да и в той старик хорон. Но несмотря, но вместе с тем,
утешит сама себя неслабая мысль, мысль, что вместе с тем и тем не менее, несмотря на все законы Эндшпиля, можно вдруг найти нестандартный ход каждый день и каждое мгновение. Чем нелепей, тем благословеннее, и тем не менее, вместе с тем. Спасибо. Одинокие вы, одинокие. А нас не морозит. Вы знаете, мне даже жарко, хотя еще не принимал. Так, ребята, давайте договоримся так. Вот. 50-50 будет, да? А так все время будет мороз-мороз на поляне петься. А потом еще шумел камыш, что-нибудь еще. Это хорошие песни. Но вы знаете, это вы можете спеть и дома. Правда? Вот вы хотите, пожалуйста, в сторонке не шумите возле сцены. Ради бога, ладно? У нас есть, да, у нас есть свой холодильник, если мороза хочется. Там есть пиво холодное. Ну вот. Разбередил душу. Я просто хотел сказать, что вот в июле будет день рождения у многих людей. Вот был недавно день рождения у Саши Суханова. Он будет завтра выступать. Да. Будет день рождения у... Прямо вот здесь, на Грушинском фестивале. 4 июля будет день рождения у Юрия Рыкова. Ну, похлопайте, похлопайте. 5-го будет день рождения у Вадима Мищука. 7 июля день рождения человека, который давно нет с нами. День рождения Леонид Павлович Симакова. И, наконец, в июле, поскольку вы вот в «Гнезде глухаря» сейчас веду программы, вот мы все дни рождения отмечаем в кафе с песнями. 13-го будет день рождения Виктора Семеновича Берковского. 17 июля день рождения Юрия Кукина. Так что видите, сколько дней рождений. Поэтому давайте просто вот иногда вспоминать дни рождения и эти песни. А 9-го день рождения у Андрея Козловского. Вот, мне подсказали. Андрюш, извини, забыл. На пороге 2000-летия не стучат серп и молот по темечку. Что мы внукам оставим наследие, как они обзовут наше времечко. Постоянно свободой беременны, тянем с родами до неприличности. Мы останки застойного времени. Мы осколки времен культа личности. Стук футбольных мячей, деревянных мечей, игры прятки при стенах киношка. Урки с фиксой, с наколкой, погон на плече, между ними мы мелкая сошка. Темнота подворотен, кишащих шпаной, липкий страх в захолонувшем сердце. Уркаганистый, брыжущий едкой слюной, мелкий шкет, подпирающий дверцу. И растертый ногой по асфальту плевок, словно вызов, чей козырь весомей. И уже покатились, сцепившись в клубок, вытирая кровавые сопли. Присмиревший зритель задних рядов, распустивший слюни, как вожжи, не боялись ментов, не любили понтов, сторонились
девчонок подросших, полупьяного дворника, лающий бас во дворах, домино да картишки, желто-сизый фингал, закрывающий глаз, перештопанный тельник братишки, кучерявый кустарник пшеничных волос, вариации русского мата, портвишок да пивко, едкий дым папирос, и одежка опять маловато. И все чаще робели мои кореша на девчат, по-ухарски прищурясь, от пеленок невинного детства спеша в невозможно прыщавую юность. И любовь и предательство все впереди, небозвездное не наглядеться, а на небе луна, как медаль на груди за прекрасно прошедшее детство. Это о детстве, а теперь о нынешнем возрасте. Я написал такое, веселое или грустное, сам не знаю. С возрастом грудь опускается ниже, медленно перетекая в живот. Что еще ниже, с трудом уже вижу. Правда, бывает порой оживет тяга к чему-то забытому напрочь. Что это было? Проклятый склероз. В детстве арбузом объевшийся на ночь, я ощущал тот же смутный вопрос. Впрочем, потом отыскал я ответы. Все это было не раз и не два. Жаль, что так быстро кончается лето, осень. Уже опадает листва. А что там листва? Не пропасть бы надежде в вечном клубке повседневных забот. Я, видя Бога, такой же, как прежде. А возраст как возраст. И живот как живот. Эпиграф из Юрия Висбора. Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень. Это жнивье. Талый снег вчерашнего дня. Что у нас микрофоны все стали крутиться? Мне бы вам написать, да и писем писать не люблю. Мне бы услышать ваш голос, увы. Не работает связь. Мне б себе разобраться, какого я черта терплю. Этот выцветший город уныния, серость и грязь. Мне бы к морю рвануть, сбросив тяжесть семейных оков. Тупо волны считать и бездумно глазеть на маяк. Пляжной галькой хрустеть под вечер чаду шашлыков. С темномастным кавказцем цедить надоевший коньяк, рассказать анекдот с бородой, забавляться враньем, с томной дамой бальзаковских лет отчебучить роман, вспоминать, как частенько сбегали мы к морю вдвоем. А сбегать от себя — это глупость и самообман. Мне бы вас навестить, я б сегодня же на самолет. Вот бы был кавардак, ах, какая пошла бы буза. Только ваш свежей выпечки муж не дурак, все поймет. Я сыграл бы, черта боюсь, могут выдать глаза. Все же я дозвонюсь и беспечно спрошу, как дела? Как там наши друзья, напоившие пивом рояль? Хохотушка-подружка, пожалуй, уже родила. Я хотел навестить вас, но не получается. Жаль. Знаю, дважды войти в одну реку нельзя. Это бред. Вы надежно себя заковали в семью, как в броню. Но я весь по горло в делах. Всем, кто помнит, привет. Непременно, даст Бог, еще свидимся, я позвоню.
Мне бы вам написать, да я писем писать не люблю. Ну и давайте вспомним этого. Спасибо, спасибо. Вы знаете, давайте вспомним все-таки Леонида Павловича Симакова, потому что 7 июля у него был бы день рождения, его не стало 8.8.88. Это был близкий мне человек, это был настоящий мужик, настоящих мужиков не так уж много. А вот 7 июля ему бы исполнилось 59. Давайте что-нибудь из веселого его, да? Пол-литра на троих, конечно, мало. Пол-литра одному – уйдешь в экстаз. Пол-литра на двоих с непьющим малым, вот как вы. Да ежели без закуски – в самый раз. Ну что, по стакану и побежали? Не можешь без закуски – да иди. Но кто ж закуску с выпивкой мешает? Нам, девушка, компотик. Не, один. Сейчас компотик мы располовиним и с водкой размешаем баш на баш. Теперь у нас коктейль почти невинный. Мужайся, друг, вперед, на абордаж! С похмелья есть прием такой. Отелло. Ведь надо же с похмелья как-то жить. Швыряешь 200 грамм внутрь тела и тут же начинай себя душить. Она, конечно, не сдается сразу. Она назад, конечно, норовит. Но ты не выпускай ее, заразу. Держи ее, души ее, дави. Ты только потерпи, держись за горло. Немного потерпи, и все пройдет. А ну-ка глянь уже, как чинно, гордо сюда наряд милиции идет. Напрасно мы, сержант, глазами шарим. У нас, сержант, вот здесь иная цель. Мы пьем компот. Мы ложечкой мешаем с улыбкой Монны Лизы на лице. Компотик, видно, слишком был горячий. Коктейлик получился тепловат. Мой друг себя удавит не иначе. А я опять же буду виноват. Вы от него, сержант, чего хотели? Он 5 минут не будет говорить. Артист он, репетирует «Отелло». Ну не отвлекай, сержант, пускай творит. Что, спрашиваешь, кто такой Отелло? А Шекспира не читала, как назло. Как бы не напутать, чем там было дело? А ему по части девок не везло. Девчонка у него была, Джульетта. И решил он как-то приласкать, но старики пронюхали про это, и ну давай мозги полоскать. Мол, рано вам, мол, вы же еще дети, жениться, мол, ваш возраст не настал. И с горя померла тогда Джульетта, а парень наш каким-то странным стал. Он даже социально стал опасным. Все спрашивал он, быть или не быть. Офелия ему, ведь я ж согласна. А он ее семью решил убить. Офелина брата он рапирой, Офелина тестя тесаком, он ночью ему устроил харакири, но так и не женился ни на ком. Мотался он голодный и холодный, от угрызения совести сгорал, и, наконец, сошелся с Дездемоной, от горя почерневший генерал. Но молодости буйной не забыл он снова всех соседей удивил. Она его, брюнета, полюбила, а он ее за это удавил. Трепаться натощак, однако, вредно, а книжек интересных в мире тьма. Часы сверяем, завтра вот в это время я расскажу про горе от ума. Леонид Павлович Симаков. А сейчас, вот, все-таки, как удобно сидеть.